В стране много споров по поводу кооператива собственников квартир. С 1 июля их работа будет полностью прекращена. Сегодня жители переходят к объединению собственников. Раньше кооперативы собирали деньги на свой счет и выполняли функции по содержанию нескольких домов. А теперь каждый дом создает ОСИ, открывает для себя счет, сами управляют, они сами контролируют, куда уходят деньги. Реформа в этой сфере проводится после протестов населения, отмечают специалисты. Руководитель Кокшетауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства отметил, что требования к сервисным компаниям, оказывающим услуги населению, будут высокими. Некоторые КСК являются готовыми сервисными компаниями. Есть опытные КСК, которые работают с населением. Есть стандарт. Для регистрации объединения собственников имущества запрашивается заявление, оригинал протокола, типовой устав и квитанция госпошлины, уплаченной в бюджет. Александра Гауэр, Жансулу Жинкул, Дархан Мужибаев, Амиркой Шибаев, Кокше, Акпарат.